Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA San Andreas. Короче, что это за серия? Это перезапись третьей серии первого сезона. Я сегодня посмотрел ее еще раз, и капец, какая она некачественная. Во-первых, камеру я поставил не туда, вправо я поставил, она индикаторы загораживает. А также, меня было очень плохо слышно. Было слышно, но очень плохо. Персонажи говорят громче меня. И это было не очень приятно слушать. И я решил перезаписать это видео. Я быстренько перепрошел до того момента, где я начал третью серию. Это вообще несложно. Короче, хоть меня обучать уже. На самом деле я прошел уже первый сезон GTA San Andreas уже довольно давно. И, наверное, надо бы уже вернуться, перейти ко второму сезону. Он-то будет отличаться от первого. Локацией и так далее. Там будет другой город. В общем, будет круто. Жаль, что там не будет Биг Смоука. А вот и Биг Смоук. OG Log называется это задание. Мы пришли к Биг Смоуку. Да, ты знаешь Джеффри, он был петухом последние 3 недели, так ли? Да, я знаю. Здорово, Си-Джей, как оно? Ты чё, в тюрягу не хочешь? Да ладно, надо, короче, Джеффри забрать из темницы. Он сегодня возвращается. А за что его посадили? Поговорим позже. Давайте, мы уже опаздываем. Пропала машина моя, ну которую я украл, конечно. Приятно иметь с тобой дело, чувак. Я иногда забываю, какой ты на самом деле. Он больше не Джеффри, он у нас теперь вот Джилок. А Джилок? Да, он офигеть какой гангстер. И что он сделал? Да, все, что мог, то и делал, чтобы попасть в тюрьму. Тачки угонял, за парковку не платил, еще фиг знает чего. Сегодня мы будем выполнять задание Биг Смоука. Их всего 4. И все 4 мы выполним. Точно так же, как я сделал это в оригинальной третьей серии. Вот он наш, придурок. Только глянь на этого придурка, а? Он дуется, внимание привлекает. Я знаю этого клоуна, он наверняка прикалывается. А, Джеффри, что с тобой? Эй, я теперь OG Log, понял меня, я OG Log. А, да, извини. Но ты в порядке, да? В порядке? Да ты что, не в курсе? Да, расслабься, чего будем делать? Я должен убить одного мексиканца, он кинул меня. Ну, Джеффри, я думал, ты типа колледж собрался. Да иди ты нафиг. Этот мадафака украл мои стихи, он на East Flores. Ну-ка дайте мне пушку. Да хватит тебе колотить дерьмо уже. Да залезай в тачку. Украл твои стихи, а у тебя что, стихи есть? Что решил, гангстер? Ты теперь свободный человек, да? Я не совсем свободный, мой офицер-надзиратель. В общем, эти уроды только и думают, как нас отпустить. Да. Ну а то, что могло быть хуже, я буду специалистом по клинингу. Но скоро станешь пупом земли. Это лишь ступенька на пути к власти. К мексиканцу, значит, к тому едем, да? Ну... Ой.
здесь, что ли? А, нет. Я там голос, помню, менял в этой серии. Чувак, нам сюда. Да, это район Вагасов. Да мне пофигу, я гангстер. Ладно, дадим Локу разобраться с Канзавой. Я пойду с Джеффром, ну то есть с Локом. Ладно, до встречи, ребята. Сейчас опять придется голос. Сейчас опять голос меня. Фредди, я пришел за тобой, козел. Эй, Лок, подожди. Джеффри, ты меня неправильно понял, это было только в тюрьме. Эй, у меня тут парней своих хватает. Мне не нужна твоя костлявая задница. Не слушай его, Си-Джей, фиг его знает, о чем он вообще говорит. Эй, ты, верни мои стихи, ворюга, я гэнгста. Милый, ты мыло уронил. Ничего не знаю ни о каких стихах. Он смыться хочет. Ну а что делать, у него действительно голос такой. Я сейчас должен защитить свою репутацию. Си-Джей, давай погнали. Ого, он еще избил кого-то. О, не поймаешь, не поймаешь. Блин. Нет, я, конечно, поймаю его, только это будет с трудом. Фрейд, жаль, только по дороге мы его не сможем убить. Так, пацанный совет. Давай, милый, я просто терпение теряю. Не приближаться к нему близко. Иначе он у нас здоровье отнимет. Так. Так, если к нему приблизиться, вряд ли мы сможем его убить. Он почему-то у него здоровье не тратит. Мне нравится шустрый занец, я терпеть ленивых не могу. Не знаю почему, но убить его не получается почему-то, пока мы едем. Лучше не приближаться, а то здоровье, а то он будет попадать почему-то. И будет отнимать наше здоровье. А он что-то не умирает. Немного странно. О, отобрал здоровье немного. Надо стараться близко не приближаться к нему. До тех пор, пока мы не доедем до места. Куда он нас приведет сейчас. Поймай меня, если можешь. Да, татухами набит этот отжилок. Так, Рустем, ой, Виллилай, пишет опять мне. Подожди немного, я не могу сейчас ответить на твое сообщение. Так, он в ту сторону поехал, да? Ну да. Да, мы по всему городу, блин, ездим. Ой. Да-да-да, оу, блин, как это неудобно. You know I love the thrill of the chase. Меня очень заводит погоня. Ой. Вы чуть звезду не получили. А почему не получили? Она же моргнула вроде бы. Блин, он просто всех убивает, тут едет. Он Вагаса, по-моему, убил даже. От своего. Ой. Еще бы на велосипед на этот наехали, подстава, блин. Ладно, недалеко осталось. Get him, boy.
Почему они не умирают-то, алё? Странно немного. Что-то от автоматического... Главное, не мочи, Сиджи. Лок, тебе было одиноко? Мне самому нравятся симпатичные усы. Я реалист, в отличие от вас, козлов. Ладно, гангстер, погнали обратно на Гроу-стрит. Не, не могу, мне нужно появиться на этой работе. Ну что, тебя подбросить? Да, конечно. А что, он один тут лежит, Фредди? Тут же больше их было. Давай на мотоцикл. Смотри на себя, гора мышц, куча дерьма, блин, внутри. А, ему 17 лет, что ли, всего? Ничего так, блин. Интересно, интересно вышло. Так почему автоматический пистолет не наносил им большого урона? Этим вагасам непонятно немного. Осторожно. Бургершот надо, да? К езды на мотоцикле повышен, обалдеть. Спасибо, что подбросил, Сиджей. А, я всегда буду тебе рад. Свидимся еще, конечно. Ну и вот же Лок нам может выдавать здание. Ну ладно, мы поедим и поедем снова опять к Бигсмоку. Так. А в принципе, зачем у нас здоровье пополнилось каким-то образом? Не понимаю как, но пополнилось. Так, в общем, поедем к Биг Смоуку. Вот мы и приехали. Бегущий пес. Пу! О, мадафака. Карл, мы еще увидимся с тобой. О, какого фига они тут забыли, а? Копы, мадафака. О, эти носатые скоты ведь не отстанут. Думают, что я мистер Большая Шишка. Я им ничего не сказал. Я готов на все ради своего братана, Сиджея. Конечно. Сам знаешь, Сиджей, банда важнее важного. Ну что, ты с бандой? Да. Слушай, тут моя кузина из Мексики приезжает. Я пойду подцеплю ее. Ну... Погнали. На стрелку, да? А чё на стрелку? Адрес нельзя было написать, что ли? А зачем тебе я? Ну, без особой причины, просто чтобы не скучно было. Да? Не нервничай только, окей? Твоя кузина приезжает из Мексики. Да, мы с ней давно знакомы, очень-очень давно. Ну ты даешь. Не высказывай переубеждения больше. Приехали, блин. Окей, а вот и моя кузина Мэри. Отличная травка, свеженькая, только с грядки. Давай, тормози, базарить буду я. Я должен был догадаться. Кузина? Так кузина это не человек, это наркотики такие у тебя называются.
Ты говорил с Эль Провозом? Мне нужна травка эта. Иди нафиг. Че? Вот это ты зря. Ну-ка давай гони ее сюда. А не то я размажу твои мозги. Да, конечно. Дай-ка я сейчас взгрею ему. Вот так-то тебе. Я Биг Смоук, запомни это. Нельзя упускать его. Блин, вот я только сейчас понял, про какую кузину он говорит. Ух, я слишком толст. Оказывается, я думал... А я все, когда проходил все время, я думал, какая кузина, почему мы кузину его не видели? Так кузины, он наркотики какие-то там называет, оказывается, травку какую-то, блин. Так, мы не будем сильно бегать за ним, я знаю, как его можно... Ой, там вагасы. Я знаю, как его можно замочить. Но надо постараться добежать. Блин, а вот он еще не устал. Надо повышать выносливость, наверное, в спортзале. Ой, как она быстро заканчивается. Жалко, уровень выносливости нигде не показывается. А вот в Android-версии, кстати, показывается. Ну, в мобильной версии, на iOS тоже же показывается. Ну, ладно, далеко бежать не придется. Вот здесь. Остановимся. Я помню, он сядет в эту машину. Как только он к ней подойдет, я выстрелю в бензобак, и все. Миссия будет выполнена. Давай, иди сюда. Так-то. Ого, бабки-то какие. Ну ладно. Возвращаемся к Биг Смоуку, дорогие друзья. По ту сторону закона. Опять эти мусоры. А, Карл, без дела, надеюсь, не сидишь? Да вы же знаете меня, офицер Темпени. Да, Карл, все мы про тебя знаем. Это точно. Не трогай меня, блин. Да, мы следим, Карл, за тобой. Да, мне пофигу. Мы за тобой следим, Карл. Ах ты, мадафака. Эй, что за фигня была? Ну это я тебя спросить должен. А, ну да, нос везде суют, блин. Нельзя ничего сделать, чтобы Тинпенни не влез. Ну его нафиг. Да, точно. А что стряслось? Да, прокатиться подумал. Как? Не хочешь? Ну что ж, я в деле. Куда? Станция Unity. Ну и что мы ищем? Братва Вага встречается с пацанами из Сан-Фьерро-Рифа. Решили что-то замутить. Сан-Фьерро? А я не думал, что мексиканцы с севера тусят с другими. Да, подловил. О, вот они. Эти мадафака нас уделали. Надо завалить этих козлов как можно скорее. Это задание считают одним из довольно сложных. Но я догадываюсь, как сделать так, чтобы было легче. Не подъезжать слишком близко к поезду, а ехать примерно вот на этом расстоянии от них. Тогда Биг Смоук будет попадать по ним. Тогда они будут легче убиваться. Ой, осторожно.
будем ехать вот на таком расстоянии примерно. Так, так он лучше попадает в них. Господи, одно и то же 100 раз говорю. Ой, поезд, поезд. Так, осталось только 2. Надеюсь, мы быстро их завалим. Ой, что-то он исчез и обратно. Ой, что-то поезд обгоняет нас. Так, едем на этом расстоянии, чтобы они сдохли по-быстрому. Надеюсь, больше поездов мы не встретим. Давай, вали его, чего ты ждешь? Вот и все. Все, надо уезжать отсюда, пока копы не приехали. О, хорошая пушка, я ее возьму. Очень хорошая пушка. Ты что, так всегда было? Да. Наперекосяк, да? Из-за наркоты все, да? Ну а что думаешь? Да, ничего, просто спрашиваю. Не спрашивай мудреца, спроси дурака. Но я это и делал. Если ты решил на личности перейти, то я не базар на эту тему. А, мы его домой отвозим. Ну и отлично, нам не придется потом опять обратно ехать к нему. Кстати, играю я GTA San Andreas версии 1.0. Потому что именно на эту версию лучше всего идут моды. Я парочку модификаций поставил. Это выбор миссий. То есть можно выбрать любую миссию, какую захочешь. И переиграть ее снова. Прикольно же, да? Ну, еще я поставил... Ой... Зачем нам туда ехать? Еще я поставил скин селектор. Можно менять скин. Можно играть за кого захочешь. Покажу в конце видео. Если, конечно, не заглючит опять. А то один раз что-то заглючило, игра зависла. Так что пришлось перезагружать компьютер. Надеюсь, такого не случится. Вот мы и приехали. Си-Джей, ты бы лучше бы не светился. Мне просто не надо, чтобы эти дурилы из Краш тебя втянули в это все. Ладно, братан. Тоже поаккуратнее будь. Идем снова к Биг Смоуку. Просто бизнес. Эй, Си-Джей, в чем дело? Да что творится, Смок? Да, отдыхаю, покатаемся. Ты поведешь. Едем в деловой район. Да. Биг Смок очень любит покататься по городу. Слышь, чувак, только пусть это не будет очередным глупым поступком. Да, в общем, Смоук у нас очень любит сыграть в приставку, покататься по городу и пожрать на халяву, блин. Ну еще и в Бога, блин, верит. Слышь, Карл, прежде чем я туда войду, мне надо знать, что ты поддержишь меня в этой фигне. Ну, конечно, мы же Гроу Стрит. Вот это я понимаю, мой брателло. Как только услышишь пальбу, сразу же бегай и стреляй из всех стволов. Да, я в деле, конечно.
Дорогуш, тебе составить компанию. Ой, вот засранцы, блин. Си-Джей, давай. Это, похоже, русские. Да, жалко, что здесь никак в GTA 5 нету попаданий в разные части тела разных эффектов. Вот в GTA 5, например, когда попадаешь, когда выстреливаешь в ногу, персонаж падает от боли. Где в четвертой части тоже ранение в какую-то часть тела, чтобы действовало по-разному. Эффект был, конечно, разный, но не было такого, чтобы в ногу и сразу же... Ну, конечно, во всех частях GTA есть такое, что если выстрелишь в голову, персонаж умрет сразу. О, вот это хорошая пушка вообще. Очень крутая. Черт, кончилась пушка. Пора вернуть должок, садись. А, ты поведешь, отлично. Блин, они за нами гнаться, что ли, будут? Да, вот. Как в предыдущей миссии, мы меняемся местами. Теперь я буду стрелять, а ты вести, блин. И у меня стрелять получается лучше, чем у него. Так что это чтобы ему тяжелее ехать было. Ого, ничего себе. Автобус толкнул как... Ой. О, бесконечная пушка у нас, офигенно. А, отлично, теперь в машины стрелять. А, опять этот грузовик, да ё-моё. Все остальные колеса тоже тебе простреляю. О, наконец-то. А так бензобак не уверен, что смогу попасть. А, ладно, он все равно сейчас взорвется. Ой. Да, мы проехали над ними, они взорвались, обалдеть. Thank you.
Эх, не попаду уже в эти баки. Слишком далеко. Мы оторвались. Давай, разделимся. Ух, это жесть была, конечно. Нельзя тут торчать. Ладно, пока, братан. Ну что ж, вот такая вот серия, и я как... Такой вот сегодня выпуск получился. 4 задания мы выполнили. Ну и под конец покажу вам пару интересных вещей. Вот пару модов. Например, вот Skin Selector я поставил. Нажимаем Tab, Q и колесико мыши вниз. Выбираем категорию персонажей. Там кнопки разные. Например, пробел. Нет, заглючило. Буквы появились лишние. Там, короче, можно выбрать, из-за кого мы будем играть. Не знаю, почему глючит так. В общем, мы можем играть за Биг Смоука, за Райдера, за Свит, за Тенпенни, за Пуласки, за Эрнандеса. За кого вообще захотим. Ну, покажу вам еще один. Нажимаем Shift-M. И мы выбираем. Можем выбрать вообще любое задание, какое захотим. Переиграть можно любое задание. В GTA 5 такое было. Очень даже неплохой мод. Правда, все задания доступны сразу. Даже несмотря на то, что мы некоторые из них не прошли. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.